Всем привет! С вами B97. И это обзор взводного боя с игроком под ником Killer Vadik. И видео посвящено взятию мастера на танке Квас. Так, карта у нас Южный берег, стандартный бой. Мы с Вадимом на Квасах. Едем на первую-вторую линию, чтобы дать отпор противникам. Но у Вадима появляется идейка поехать по четвертой линии. Встречается вражеский Квас, высвечивается. 85 попадает по мне. Вадим случайно подбирает меня. 85 опять кадышится, мне это конкретно достает. Мне не сдают нервы, я просто с пожаром в лоб Кваса. Будет знать, как наковать лбом. Едем дальше. Встречается нам Мазай по пути. Я решаю на нее тупо скинуться. Промахиваюсь. Стреляю, Вадим добирает. Это эпично, конечно, было. Вражеский Квас Про махивается. Мы с Вадимом решаем, что пусть он поиграет. Долгое сведение советской пушки, но с этим Квасом мне не повезло. Он не сгорел. Вадим остается 76 хп. Но наш союзный Квас спасает, конечно, нашего созвонника. Все нормально получается. Тут остались Квас и Яга. Вражеские. Тем временем наши союзники 7-1 счет делают. Добираю шотом от Черчилля. Точнее, промахиваюсь. Извиняюсь. Промахиваюсь по шотному Черчиллю. Его добирают наши союзнички. Еще один класс. Вот опять с 85 он не выцеливает. Я так думаю, у нее... какая-то установка, что ли, на меня была. Хотел попасть по ПЗ-4, но передумал, потому что это было идиотизмом. Лайншотом по ПЗ-4. Идиотизм. Замечаем 6, пытаюсь выцелить. Не получается. Прячусь сразу же. Тем временем мое подкрепление по первой линии идет обратно. Выцелю ПЗ-СВЛ, потому что я знаю, что 6 секунд КД выцеливаю, все-таки большотом снимаю. Остается 30 хп. Но все-таки не люблю сидеть на одном месте, по крайней мере, долго. Вижу, М6 все-таки отвлекается. ПЗ-4 меня не видит. Выезжаю. Он промахивается, и его наш Квас союзный добирает. Квас у нас вражеский добирает СУ-100 нашу, получает 2 фрага. Ну, естественно, мы всей командой летим, чтобы его добрать. Шот попал. Он откатывается. Я как-то пытаюсь немного укрыться от него. Чуть-чуть он решает вылезти на меня, у него тоже не имеется. Я его тоже поджигаю. И только с пожаром получается у нас все это дело. И что же мы имеем в итоге? 68 тысяч серебром, 1800 опытом с премом и медалька мастера. Нанес 2500 урона. Команда моя, конечно, хорошо проиграла, нечего сказать. Получил 920, насветил на 1000. Ну что же, на этом мы закончим, пожалуй. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем-всем удачи!